Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на набор LEGO City, номер набора 60-153. Это комплект мини-фигурок в основном, есть еще некоторые здания. Называется «Отдых на пляже». Может, по-другому называется, но я так для себя решил. Коробочка у нас небольшая, ну, относительно небольшая. На одной из сторон у нас изображены фигурки, какие-то игры, там действия, мороженое покупают, катаются на лодке, на каяк, по-моему, называется, правильно, дедушка ищет всякие волшебности. Так, вот так вот. Ну, сверху тоже мини-фигурки здесь. Продукции любители заклеивать. С обратной стороны тоже так, более в деталях. Дельфинчик выпрыгивает. Тут уже девушки предлагают кофе. Ну и вот видите, торсики, ноги, головы, прически. Ну, в принципе, вы можете это все тоже пойти в магазин посмотреть на коробку. Тем у нас было, то есть, две инструкции. Ну, в основном здесь инструкция о том, как собирать построечки, ну и фигурки тоже. Ну и в конце здесь всякая реклама. Видите, серии LEGO City. Пожарные, полицейские. Это у нас были кто, по-моему, исследователи джунглей, морская полиция. Я уже не помню, какого года это наборчик. Видите, как все классно. То есть очень хороший набор в качестве мини-фигурок и всяких аксессуаров, торсиков различных. Ну, все такое. Ну, здесь еще чуть-чуть остались запасные детали, ну как запасные. Вот здесь лежит элемент батута. Здесь у нас был парус. Так, по-моему, да, вот это золотые какие-то детальки, которые у нас ищет дедушка с миноискателем. Так, что, пойдем в разнобой. Вот такое вот строение, две пальмочки, и здесь вот между ними натягивался бы этот гамак. Гамак, и нам предлагалось вот так вот сделать, вот как здесь на рисунке. Ну, что-то мне подсказывает, что не стоит этого делать, поэтому я это не сделал. Поэтому две пальмочки. Отставляем их. Следующая построечка. Вот такой вот такая сетка для игры там в гандбол, еще какие-то, может, теннис. Ну, в принципе, если чуть-чуть, наверное, ниже опустить вот эту сетку, то можно сказать, что это игра в теннис, такой большой. А так она получается на какой-то высоте. Гандбол. Так. Следующее. Вот такая вот палаточка. Зонтик. Скорее всего, правильно сказать, зонтик. Простой зонтик. Вот такой вот. Так. Затем вот такой вот замок из песка, который, по идее, строит одна из маленьких девочек, которая с ведеркой и лопаткой. Ну вот. Классный такой элементик. Так, следующий. Вот у нас уже собраны из деталей. Ну, как бы все собраны из деталей Лего. Этот автомат для чтобы ходить
хотел сказать кофе. Мороженое наполнять в стаканчик. Вот стаканчик стоит, и здесь вот такой. Так собирается вот зиталюшек. Такая машинка для мороженого. Так. Быстренько идем. Так, теперь простой, конечно, этот, но вот такой вот лежак. Че, прикольненько. Вот такой вот лежачок. Отставляем его. Теперь уже посложнее. Ну, как посложнее. Такая большая построечка. И сразу же посмотрим на мини-фигурку. И вот видите, там еще есть. Ну, это как его пост спасателя, который должен смотреть и говорить, не заплывайте за быки. Вот такой вот. Сразу мы смотрим на мини-фигурку. Спасатель в таких солнцезащитных очках. У него в руках бинокль и громкоговоритель. Вот эту беленькую детальку я ему как бы добавил. И у нас вот такой есть прикольный попугай. Вот такой вот парень. Свисток у него висит на шее. Классная построечка, классный попугай и классный этот парень. Так, теперь следующая девушка на доске с парусом. Так, откроем. Что у нас? А, ну да. Опа. Отцепим ей. Отцепим ее от доски. Значит, доска. Ну, парус. Он вот так вот болтается. Ну, в принципе, если дать в руку, сюда на вот эти пупырышки ставим фигурку. То есть здесь классный вот этот элемент с такого прозрачного пластика, ну, как бы такого мягкого, но в принципе так в меру твердого. Доска такая, она не такая, как в скейте, а такая более побольше. Ну, теперь сама мини-фигурка. Так, этот отложим. Так. Здесь у нас завалится. Вот такое вот у нее выражение лица. У нее спасательный жилет надет на нее. Так, теперь мы снимем голову, чтобы посмотреть торсик. Вот такой вот. У нее такой купальник специальный для занятий на воде. Даже не купальник, а специальный костюм. То есть там большие волны, ветер, и надо быть в специальной одежде. Так, разворачиваем голову. И вот такая девушка. Никто не мешает вам поменять их местами. То есть, ну, как бы здесь у нее обозначен, что у нее есть стали, но такое. Теперь посмотрим на дельфинчика. Ну, такой милый дельфинчик. Есть место соединения, где-то можно его там и здесь соединить. Ну, как бы на возвышении, там где-то какие-то прозрачные детальки, голубые можно выложить в водичку. Такое. Ставим сюда. Теперь парень с этим. Вот на таком, хотел сказать, ну, каяк, наверное, или как это правильно называется, можете написать. У него этот в руках весло, такое правильное для этой лодки. Можно его как бы отцепить и дать его, поставить его, чтобы он стоял. И там
стоя плыл. Ну, по-разному. Ну, такая прикольненькая. Ну, очки и на тортик посмотрим. Так, удочку отложим. И это тоже отложим. Так. Вот такой вот у него костюм. Тоже молния сзади. Классные вот костюмы для какой-то сценки или что-то еще. Так, ну, сняли мы с него его спасательный жилет. Отставляем. Следующий у нас будет кто? Парень, который играет в... Ой, я неправильно сказал. Какой гандбол? Волейбол. Вот такой вот паренек. Очки. Шорты. Или там спортивные трусы. Ну и просто еще не успел загореть. Наверное, хорошо намазался кремом солнцезащитным. Играет он вот таким мячом. О, как сильно ярко светит свет. Ну, здесь вам не видно, к сожалению, очень ярко. Но здесь прорисованы маленькие такие, ну, как в футбольных мячах, мячах для волейбола. Ну, вы знаете, такие типа ромбики. Так что можете поверить. Но плохо, что этот его нельзя никак не дать в руку. То есть, ну, нигде не крепится. К сожалению. Нет никаких деталюшек таких. Вот там есть маленькая дырочка. На такое. Играет он вот с такой вот девушкой. Она в купальнике, в красном. Очки. Вот такой вот. Вот такая маленькая, маленькая. Вот такая фигурка девушки в красном купальнике. Так, с игроками мы закончили. Так, все, завалимся. Есть маленькая собачка. Как они, порода вот эта пятнистая. Ну, не помню, как их зовут, как называется эта порода, но вот такая вот присутствует собачка в этом наборе. Так. Дальше. А кто у нас вот построил замок из песка? Вот такая вот девочка. Веснушки. В руках у нее ведерце. Здесь у нее так песочек. Вот так она одета. Такая маечка или блузка. Сзади. Вот такие, получается, шорты у нее. Ну да, шорты. Зеленые и зелененькие эти сандали, там не знаю что. Вот такая вот девочка. Есть. Дальше. Вот по идее в нашей шезлонге лежит вот такая вот барышня. У нее в руках фотоаппарат, купальник. Вот такая вот барышня с фотоаппаратом. Тоже классная. Так. Затем с бабушкой, которую мы потом посмотрим, покупает мороженое вот эта девочка. Вот такой вот. Тоже маечка. Ну, одета в маечку, как бы вот такой вот. Вот такая вот девочка. Все у вас, как вы хотите, можете их переодевать.
Так. Вот мороженое он подорожало. Вот стоит целых 100 там каких-то лего баксов. Вот такая бабушка. Серые волосы. Ой, седые. Седые волосы. Класс. Ну, бабуся. Все. Все есть. Ну, не все, конечно. Чего-то тут они двигаться, наверное, не додали. А продает им мороженое вот такая вот продавщица. Вот такой вот рожок. Наверняка, кто увлекается Лего, знает, что есть вот такие вот детали. Уже ролик длится очень долго. Не будем затягивать. Так. В гамаке, по идее, должен лежать вот этот паренек. У него в руках смартфон. Он, не знаю, что-то играет или слушает музыку. Одет вот, ну, для пляжа как бы очень жарко, наверное, но вот у него такое вот одеяние. Ну, не все тепло, то есть одеты в купальнике. Есть и вот такие вот парни. Так. Эх. Давай остановись, паренек. Кто у нас еще у нас здесь остались? Остался у нас вот такой вот классный, я считаю. Ну, это парень, который слушает музыку. У него в руках магнитофон, у него одет в футболку с номером 39. Видите? Вот этот, конечно, магнитофон, это класс. Это, понимаете, вот с такими магнитофонами ходили 80-е, их как бы себе люди ставили на плечо, включали музыку, и вот как бы громко музыка играла, и вот ходили компаниями. Сейчас, не знаю, вот идет человек с телефоном, ну, или колонка какая-то там маленькая. Ну, ты возьми вот такую колонку, вот размером с магнитофон кассетный, который был раньше. Можете представить, там где-то увидеть на видео, на ютубе, может, найдете. Вот это будет эффектнее намного, чем просто вот это какой-то маленькой там размером колонки JBL. Ну, но лучше, конечно, музыку слушать так, чтобы не мешать другим. Понятно, что хочется выразиться и все остальное, но не забывайте, что кому-то музыка может мешать. А можно как бы слушать ее в нужном месте и в нужное время. Но главное, смотритесь вокруг и подумайте о окружающих, чтобы там не разбудить маленького ребенка, там не испугать животное какое-то, который может себя повести неадекватно потом. Ну, всегда надо делать это с умом. Ну, как бы не против того, чтобы слушать музыку. Ну, и слушать более-менее такое. Ну, конечно, каждому нравится свое, но такое. Всегда надо включать мозги. Так. И последний у нас персонаж. Я надеюсь, вы посчитали, сколько здесь мини-фигурок. А вот такой вот дедуганщик, который ищет, что кто-то что-то потерял на этом пляже. Сейчас, наверное, уже появились подсказочки или что. Ну, где-то там вверху, внизу, где я выставлю, неважно. Ссылочки
на другие ролики, ссылка на, как говорится, на другой канал, там, где есть какие-то распаковки. Вдруг вы на этом канале случайно можете подписаться на этот канал, на второй канал. Там я всякую... Бывает, что-то покупаю и снимаю распаковки. А это вот мы посмотрели на набор под номером 60153 Лего серия Сити, комплект мини-фигурок, отдых на пляже. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.